Всем привет, подписчики, привет. Хочу сделать обзор на автограф актера Криса Косомасы, который сыграл Скорпиона в Mortal Kombat. Вот такой вот автограф. Вот можете видеть, написал здесь Скорпион. Но многие смотрели этот фильм. Если я не ошибаюсь, 95-го года. Вот. Я решил еще нарисовать логотип Mortal Kombat. И чтоб тоже мне поставил свой автограф. Вот такой вот рисунок. Нарисовал я его 27.05.2021 года. Вот сам автограф Криса Косомасы. Вот такой вот обзор. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго.